Work harder on yourself. Работайте над собой усерднее, чем над своим делом. Работайте над собой усерднее, чем над развитием собственного бизнеса. Постарайтесь повысить свою ценность для рынка. И ваш доход немедленно начнет меняться. До того я надеялся, что изменится экономическое положение. Надеялся, что изменится моя компания. Надеялся, что мне повысят зарплату. Надеялся, что изменятся внешние обстоятельства. И вот что я понял. Все это не изменится. Тогда у меня возник вопрос, а когда же изменится моя жизнь? И вот чему меня научил мой учитель. Когда ты изменишься. Когда ты изменишься сам, все вокруг тебя тоже изменится. Когда ты сам и станешь лучше, все станет лучше и для тебя. Вот тогда я и услышал эту фразу, чтобы все изменилось, изменись сам. Не надо менять рынок, не надо менять маркетинговый план, не надо менять экономику. Не надо менять страну. Не надо менять внешние обстоятельства. Нужно всего лишь посмотреть внутрь себя и постараться измениться к лучшему. И по мере того, как ты будешь меняться, будет меняться все вокруг тебя.